Вселенная Бластера, просторы всей вселенной для Бластера полны великих приключений, ведь это мощный взрыв. Джесси! Я с другой планеты! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Эй, Мел! Я компьютерный домашний питомец. Мы летим к Омеге, Омега-мега-мега, ведь это мощный взрыв. Омега-мега-мега, Вселенная Бластера, мощный-мощный взрыв. Бластер во Вселенной. Сила звука. Ничего себе, все так аппетитно выглядит. Ну что, приступим? Конечно, приступим. Джесси, что-то не так? Я никогда раньше не ела палочками. Может, стоит попросить вилку? Да ладно тебе, Джесси, немного практики и все получится. Тем более, есть палочками — это просто взрыв. Давай, Джесси, у тебя получится. Мне кажется, я поняла. Спасибо всем за ваше терпение. Я так рада, что никто не сердится, что я развела здесь такой беспорядок. Хотя я ошиблась. Прячьтесь! Ладно, ладно, я возьму вилку. Вылезай, Джиз. Я увидел, как вы учитесь есть палочками, поэтому и решил сделать кусочки поменьше, чтобы было удобнее. Когда начинаешь, чем меньше кусочки, тем лучше. Ой, простите. О, не волнуйтесь, все в порядке. Этот кусочек был слишком большим. Просто продолжайте практиковаться, и вас ждет успех. Это легче, чем учиться играть на гитаре. Да, сын? Бластер, я не знала, что ты играешь на гитаре. Что-то вроде того. Долгая история. Смотрите, у меня почти получилось. Очень хорошо. Продолжайте практиковаться. Это секрет успеха. Да, Бластер? И почему только они так настойчиво называют это мясными мешочками? Это ведь так очевидно. Я рад, что у тебя такой хороший аппетит, Мел. Эй, Бластер, как дела с игрой на гитаре? Я бы, конечно, с удовольствием сыграл тебе на гитаре, Джесси, но моя гитара осталась дома. Очень жаль. Без проблем. Я сейчас перенесусь в твою комнату и принесу ее. Та-дам! Задай жару, Бластер-мастер! Нет, не так. Прости, научиться играть на гитаре не так просто, как я думал. Я бы ее положил обратно в коробку, но мои родители очень расстроятся. Потому что ты очень долго просил гитару, да? Я понимаю тебя. Я очень долго учился играть на этом. А что это? Это зорфакс. На нем сложновато играть тем, у кого всего две руки. Играть? Его даже держать трудно. Да, это непросто. Мне даже приходится снимать кольцо, чтобы играть на нем. Взять эту последнюю ноту. Но ты играла великолепно, Джесси. Можно забыть про ту неудачную ноту в конце. Ты можешь воспринимать ноты, Мел? У тебя, похоже, потрясающий слух. Ну, ты же сама ввела эту функцию, забыла? Но то, что у нас собак отличный слух, это правда. Смотрите. Человеческое ухо не способно воспринимать все звуковые частоты. Зато ухо собаки может принять даже сверхвысокие частоты. Поэтому то, что может услышать собака, человек не слышит. О чем это я? Джесси, сыграй еще разочек. Ну ладно. Понимаешь, эта мелодия исполняется моим самым любимым исполнителем, лучшим во всей галактике. Это Торн Деф. Прости.
Простите, я всегда кричу, когда слышу это имя. Он такой классный! Торндев? Ах, я забыла! Он же играет в Омега-Холл сегодня! Дорогая, мне кажется, он уже в этой комнате. Очень смешно, Бластер. Тебе не обязательно идти, если не хочешь. Я просто шучу, Джесси. Я пойду на концерт. А может, нам стоит пойти туда пораньше? Возможно, получится взять у него автограф. У того парня. А еще он покажет мне, как взять ту последнюю ноту. Это же будет круто! Скорее, болезненную ноту. Пошли! Давай, надо найти вход за кулисы. Стойте! Без пропуска за кулисы не пропустим. Что ж, вам лучше отойти в сторонку, парни, потому что я гитарист. Ну да, конечно, докажи. Ну ладно, я переволновался. Ладно, хватит. Это не так просто попасть к Торну. Смотри, Джесси, это маэстро. Это музыкальный монстр. Он должен держаться подальше от таких мест. И смотри, у него есть прислужники. Маэстро прибыл. Разойдитесь, пропустите. Зачем маэстро принес на рок-концерт это? Насколько я знаю, дирижерскую палочку используют на концертах классической музыки. И кроме того, где им удалось войти без пропуска? Мы должны попасть за кулисы и разузнать, что замышляет маэстро. Но как мы пройдем мимо тех робо-секьюрити? А вот как. Мне трудно дышать. Не мог ничего получше придумать. Ты можешь довериться мне? Откуда взялась эта штука? Ну, и что мы будем делать с этими консервными банками, стоящими снаружи? Очень смешно, и это говоришь ты. Убери свою ногу, ты кусок железяки! Что за... Я же часть концертного оборудования, без меня концерт не состоится! О, да, простите, сэр. Я не знал, что они умеют разговаривать. Ох уж эти технологии. Что еще придумают? Мы за кулисами! Ну, что я говорил? Смотрите, сюда идет маэстро. Лужа! Выше! Выше! Звук должен быть самым громким во вселенной. Хочу, чтобы все слышали музыку великого. Великого Торнадефа. А что-то очень высокое. Джесси, ты в порядке? Джиз! То-то-то-то-то. А это разве не сам участник сегодняшнего шоу? О, как же я рад с вами познакомиться, мистер Торндеф. Позвольте мне представиться, я маэстро! Мальчики? Как вы знаете, я промоутер вашего концерта. Маэстро? Промоутер рок-концерта? И я хочу, чтобы звуки музыки были настолько громкими, чтобы их можно было услышать во всей вселенной. Никаких проблем, мистер промоутер, приятель. Громкая музыка — это дело всей моей жизни. Никто не может лучше. Зажигай. Но это теперь мне надо отлучиться. Еще много дел. Что ж, увидимся позже. Я сделаю все на высшем уровне, да. Пойдем за ним. Мы должны узнать, с какой-то стати маэстро устраивает рок-концерт. И почему именно концерт Торнадефа? Простите. Я, пожалуй, останусь здесь и посижу. Этот гитарист все-таки инопланетянин.
Корабль «Музыкальная шкатулка» принадлежит маэстро. Я сел ему на хвост. Теперь он никуда не денется. А что это за гигантские штуки торчат из планет? Держу пари, это дело рук маэстро. Это космическая станция. Интересно, что там понадобилось маэстро? Наконец-то. Все детали установлены. И теперь вся вселенная услышит симфонию. Разрушение самого маэстро. Никогда такой не слышала. Значит, скоро услышишь. И никто не устоит. Ведь это не ужасная музыка Торнадефа. Почему это ужасно? Бластер Джисси, схватите их живо! Быстрей! Бежим! Быстрей, Джисси, сюда! Похоже, маэстро много музицирует. Ну да, ведь за одну ночь нельзя стать самым знаменитым злодеем-музыкантом вселенной. Эй, вы! Поймайте нас! Не работает. И звучит ужасно. Кажется, мы в ловушке. Вы, назойливые детишки, попались. Ждите наказания. Маэстро! Когда же он прекратит так делать? Видите ли, я провожу эксперимент, чтобы доказать мою музыкальную теорию. А именно, звуковые волны способны управлять вселенной. Вибрации, и которые будут излучать мои звуковые палаты, будут катастрофически действовать на все, что их окружает. И разрушение наступит, когда начнется самый громкий концерт галактики, концерт Торнадефа. И первой разрушительной песней будет «Омега, ты звезда моих очей». Эта песня мне нравится. Да. Но в любом случае, уже очень скоро во вселенной останется только одна музыка. Музыка маэстро. Вы заметили эту прекрасную музыку, звучащую сейчас у вас в ушах? Я знаю, она немного раздражает, но вам понравится. О, нет, только не эта музыка! Мы так и знали, что ты что-то замышляешь. Да-да, это же моя музыка, правда? Какой же я злодей все-таки. Но сейчас мне пора разрушить что-нибудь все в галактике. Прислужники, пора за дело. Нам нужно выбраться отсюда как можно скорее. Эта музыка способна свести всю вселенную с ума. Застряла однажды я в лифте огромного корабля. Это так грустно. Мне никогда не взять ту последнюю ноту. Да еще я сняла свое кольцо и забыла его. Продолжай тренироваться, Джисси. По крайней мере, это заглушает чарующую музыку, которая превращает мои мозги в кашу. Если бы Мел был здесь, он всегда знает, что делать. Подожди-ка. Помнишь, что Мел рассказывал о человеческом ухе? Ну, кажется, да. Та-дам! Собачий свисток! Мы можем позвать Мела. А он работает? На кого я, по-твоему, похож? На Сенбернара? Mm-hmm.
Мы обречены. Рано опускать руки, Бластер. Мы выберемся отсюда. Какая разница? Мы все равно не сможем выкинуть из головы эту ужасную музыку. Да, мы обречены. Мел? И не только я. Спасибо, друзья. Дальше я сам справлюсь. Спасительная операция «Первый этаж» завершена успешно. Как вы тут? Фу, что это за музыка? У нас нет времени. Мы должны вернуться на Омегу и не дать Торну Дефу сыграть его соло. Это может уничтожить всю вселенную. Ну, он же не такой плохой музыкант. Кроме того, каким образом гитара может что-нибудь уничтожить? Очень смешно, Мел. Слушай, надо торопиться. Вот это звук. Вселенная будет разрушена. И вся галактика будет трепетать от имени... Что ж, кажется, мы нежданные гости. Ох, как эти двое смогли выбраться из моей идеальной ловушки. Охрана, взять их! Ну вот, опять! О, да. Мы должны отключить эти колонки, пока маэстро не использовал их и не уничтожил вселенную. Мел, поднять нас сможешь? Где эти робо-секьюрити? Неужели так сложно поймать каких-то детишек? О, нет. Торндеф. Начал играть Омега, ты звезда моих очей. Мы не успеем отключить все. Нужно найти другой способ и прервать выступление. Прервать? Придумал. Звуковые волны, направленные друг на друга, соприкасаются на равном расстоянии и затухают. То есть, если мы направим колонки друг на друга, волны столкнутся, и никто ничего не услышит. Вот это взрыв! Нам повезло, Джесси, что он знает это. Нам нужно просто тоже играть эту мелодию и очень громко. Что ты имеешь в виду? Я не могу даже последнюю ноту взять. Ты должна постараться, Джесси. Нужно спасти вселенную любым способом. Эй, вы двое. Хватит танцевать. Поймайте этих нарушителей спокойствия. Ни за что, приятель. Мои роботанцоры зажгли этот зал. И они останутся на сцене. Тебе важно играть на той же частоте, что и его гитара. Его частота — это зеленая линия, а твоя — красная. Что это? Она пытается подыграть ему? Как они тогда прервут выступление? Ну что, поехали! Получилось! Отлично! Ты сделала это! Ты взяла ноту! Великолепно! Кроме того, ты оставила звуковые волны и спасла галактику. Не могу поверить! Я в первый раз сыграла идеально и даже не услышала этого! Не могу поверить, что она сыграла точно. Она много тренировалась. Да перестаньте вы, болваны! Мы провалили концерт! Постой-ка, ковбой. Эти ребята сказали, что ты пытался уничтожить галактику, а это не круто. Я уничтожил галактику? Ой, говорю вам, вы ошибаетесь. Чувак, я же просто концертами руковожу. Вы совершили большую ошибку! Знаете, этот маэстро плохой парень. Думаю, ему не хватало хорошей музыки. Отлично, чуваки. Поехали. И если это не круто, то меня зовут не Торндеф. Девочка, ты отлично справляешься с инструментом. Ты хорошо практиковалась, ты громко зажгла.
Спасибо, но я не хочу удивлять людей громким звуком. Я хочу стать крутым музыкантом, поэтому мне нужно практиковаться. Верно, девочка, я тебя понимаю. Мое усердие сделало меня тем, кто я сегодня есть. Ваш обед. Да, мне явно нужно попрактиковаться в этом, но я, по крайней мере, начну. Не волнуйся, Бластер, главное — практика!